Шоколадный щербет. Нам понадобятся продукты. Сахар, песок 2 стакана. Молоко 1 стакан. Масло сливочное 50 грамм. Какао-порошок 75 грамм. Сахар ванильный 10 грамм. Соединяем сахар, ванильный сахар и просеянный порошок какао. Смесь перемешиваем и добавляем большую часть молока. Все вымешиваем до однородной кашицы. Добавляем оставшееся молоко и размешиваем. Массу выложить в кастрюлю, довести до кипения, убавить огонь и уваривать до состояния мягкий шарик. То есть до тех пор, пока капли сиропа, вылитые в холодную воду, станут разминаться в руках, как мягкое тесто, но не растворяться в воде. Посуду снять с огня и добавить масло. Смесь тщательно перемешать и дать остыть до температуры парного молока. Переложить массу в емкость для взбивания и взбивать венчиком до тех пор, пока масса не загустеет. На это уйдет около 5-7 минут. Дно формы выслать пергаментной бумагой, смазанной маслом. Бока формы также смазать маслом. Щербет выложить в форму и разровнять. Охладить щербет до полного застывания. Аккуратно пройтись тонким острым ножом по краям формы, вынуть пласт и снять бумагу. Разрезать пласт на кусочки любой формы. Приятного аппетита!